Игнорировала предупреждение, за что и была привлечена к уголовной ответственности. Полицейские Бугульмы выявили наркопритон. Он располагался в одном из домов по улице Никитина. Как выяснили правоохранители, в квартире жила 26-летняя девушка, которая не только употребляла наркотики, но и предоставляла жилье для таких же целей своих знакомым. Что из этого вышло, знает Динара Камалова. То есть наркотическое вещество, правильно? То есть, вы слышали? Данный бутылок кому принадлежит? При очередном визите полицейские установили, что хозяйка квартиры, 26-летняя уроженка Оренбургской области, употребляет наркотики, и она всячески пыталась доказать, что запрещенные вещества хранила для личного употребления. Изготовили для себя? Да. Без цели сбыта? Без цели сбыта. Выяснилось, что женщина предоставляет свою жилплощадь посторонним лицам для изготовления наркотических средств. Заставы бугульминки таких троих гостей сотрудники наркоконтроля вынесли ей официальное предостережение о прекращении преступной деятельности, но женщину это не остановило. Во время следующей проверки в ее квартире оперативники застали наркопотребителей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств. В отношении жительницы Бугульмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И надлежащим поведением ей грозит до 4 лет лишения свободы. Динара Камалова, Айрат Назипов, вызов 112.